Причины столкновения двух поездов расследуют в Австрии. 25 человек пострадали, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии. Инцидент произошел в утренний час пик в пригороде Вены. Две переполненные электрички столкнулись лоб в лоб. Спасателям пришлось разрезать вагоны, чтобы достать людей. Движение в районе аварии перекрыто до сих пор. Причины катастрофы пока неизвестны.